начала поздравляю с победой. Спасибо, с победами большое. Даже. Спасибо большое. Неимоверно был очарован Беринчиком. Просто тем, как он боксирует. Это то, что уже называется класс. Я считаю, что это ваша заслуга. И немножко подразочаровал меня Олег. Первые два раунда это была четкая работа, великолепная. Дальше что-то он сорвался. Как вы оцениваете действия своих подопечных? Есть очень много ошибок, как у Олега, так и у Дениса. Начнем с Олега. Зарядился на удар, проходил дистанцию, ошибался, пропускал лишние удары. Будем над этим работать, но очень сложно поддается учению Олег. Но чего у него не отнять, это львиного сердца. Он не боится пропускать, он готов лезть в обмены. Поэтому он боец, а какие-то технические элементы будем стараться наработать. Дай бог, чтобы у него главное было желание боксировать. По Денису тоже вопросы. Оставался после атаки, уходил по прямой линии, не повторял. Кричали ему в две стороны «Христы». Мало было «Христов». Зациклился на голове тоже. Нужно было прорабатывать корпус, мы с ним разговаривали. То есть, как бы, есть ошибки, будем над этим работать. Главное, чтобы у них было желание меняться и становиться лучше. А так, в принципе, победителя не судят. Хочется, чтобы вы побеждали досрочно или более ярко. Но, в принципе, по запискам односторонний бокс, почти все раунды... Нет, все раунды Денис выиграл в одну калитку. Я думаю, у Олега сколько, может быть, раундов он проиграл? Один? Олег? Нет, Олег тоже, понимаешь, вот у меня от Олега было вот какое двойное впечатление. Да? С одной стороны, было видно, что он доминирует, но с другой стороны, не было вот бокса, не было отработки джебом. Опять же, то есть то, что он делал в первых двух раундах, действительно, вы абсолютно правы, он зарядился на удар. И о том, чтобы подготовить этот удар, выполнить предварительные действия, он не думал. Он просто думал бахнуть, что называется. И, вот это и вот были немножко... моменты очень неплохие, да? Нет, были не моменты очень хорошие. То есть поединком, если честно, если вот отбросить некоторые технические замечания, то как бы претензий вообще нет. Два боя, один в один, кость в кость. И честно скажу, что когда я услышал, что у Олега 8-й раунд, а у Дениса 12-й, мне казалось, что бой начался только 5 минут назад. Круто. Стас, я поздравляю, спасибо, вы выполнили феноменальную работу. Спасибо, я считаю, что огромное. Вы ментальность Дениса Беринчика изменили. Спасибо. Вот. И теперь остается Олега заставить снова боксировать. Но вы же четко увидели и сказали в предыдущем интервью, что стиль у боксера пикабу. Да. То есть это постоянное смещение. Вы видели, как он прятал голову вправо, влево. То есть как бы вы все предсказали заранее до боя, поэтому так оно и сложилось. Еще раз спасибо большое за бой, в котором есть очень большая часть вашей заслуги. Спасибо.